Ладно, это в конце. Всем привет! Сегодня будет очень нехорошая тема, да. Сегодня будет тема про школоту. И прошу не путать понятия школьники и школота. Это абсолютно разные вещи. Или люди. Школьники – это учащиеся школы, а школота – это какое-то необразованное, хамоватое быдло, да, недалекое по уму, но того же возраста, что и школьники, у которых уровень развития и интеллекта не превышает 5 класса. Школота – это которые ведутся в комментах на всякую ересь, обсирают людей, пишут всякие гадости и пакости, грозятся вычислить тебя и приехать за тобой. Где же вы, мои родные? Да вы не способны даже выражать свои мысли и отделять свое мнение от других. Мне кажется, это просто чем-то обделенные люди. Это как секта, знаете? Один начал, а остальные продолжили, потому что по одному они никто, они ничего не могут по одному, они действуют толпой. Мне кажется, что школота – это просто какие-то изгои, отвергнутые обществом, на которых никто не обращает внимания, и вот таким образом они пытаются выплеснуть свою злость. И показать вообще, на что они способны. Только на что вы способны? Когда мне пишет школота, да-да, именно школота, мне искренне жаль этих людей. Искренне жаль. Хочется прийти и пожалеть, и сказать, ну, успокойся, пожалуйста, все будет у тебя в жизни хорошо. Вот школота, что вы сейчас пьете? Да, я пью яду, типа я крутой-крутой. Да, сидя за компом, ты крутой. Когда ты выходишь на улицу, ты никто. Вот мы раньше пили натурпродукт. Это было брага, спирт. Пусть он будет разведенный водой из того же ручейка, но это была природа, солнышко. Пусть это был подъезд, но это было весело. Знаете, по крайней мере, раньше вместо вас были копники, да. Были. А сейчас школота, это ужасно, это неинтересно. Даже семки никто сейчас на улице не стреляет. Да, и это правда жизни, все так и есть. Вот что вы сейчас делаете? Вы одной рукой строчите, а другой рукой дрочите, да? Как бы мамка вас не застукала, ага. Лучше бы книжки сходили, почитали, а то только успевают. Ничего не делай, тролль в сети, и пиписку тереби. Писку дернул, раз, писку дернул, два, писку дернул, три. Смотри, будь никем, только жри, спи.